16 декабря в зале районной администрации прошло общее собрание Совета молодых депутатов. Мероприятие приурочено к 15-летию Совета на Кубани. С речью к собравшимся обратился глава Северского района Адам Джарим. Мы работаем в одном районе и должны работать в одной связке, в одной команде. Все проблемы, которые озвучивают люди, вы должны доносить до власти. До власти поселенческой, до власти районной. И мы вместе должны эту работу делать. Я уверен, что с таким вот подходом к делу мы справимся со всеми задачами. На встрече подвели итоги уходящего года. За это время депутаты приняли участие во многих акциях, занимались благотворительностью, помогали людям во время карантина. О работе молодых депутатов рассказала заместитель председателя Совета молодых депутатов Виктория Бережная. Сегодня Совет молодых депутатов, являясь по своей сути кадровой школой, выступает в роли региональной системы поиска и профессионального развития активных молодых людей. Создает условия для их непосредственного участия в решении вопросов социально-экономического развития своей малой родины. У нас очень большое число примеров роста молодых депутатов до уровня федеральных, региональных и муниципальных руководителей. Также на собрании утвердили план работы на 2021 год и избрали заместителей председателя и секретаря Совета молодых депутатов. В настоящее время в Северском районе 43 молодых депутата. В 2020 году они показали свою эффективную деятельность, на постоянной основе улучшая жизнь в поселениях района.